Привет! И в своем видео я покажу покупки из магазина Пепка для меня и для Фани. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Сначала покажу более мелкие покупки, в конце видео покажу вещи, которые я покупала себе на этот зимний сезон. Так как у Фани скоро день рождения, купила вот такой вот мешочек с единорогом. Я ей заказывала игрушку единорог на Алиэкспрессе. Распаковку еще не снимала. Как сниму, вам покажу. Я планирую в этот мешочек сложить единорога и кое-что из одежки. С другой стороны, на мешочке нарисован просто единорог. Если такой мешок дарить ребенку, здесь есть вот такая вот мордочка единорог. И даже можно подписать от кого. Такой мешочек стоил 1 евро. И еще я купила Фане в подарок на день рождения 2 игрушки. Вот такого вот оранжевого львенка. Он шуршит. Фани шуршалки любит, но не пищит. Пищалки в игрушке нет. Вот так вот красиво сделана его мордочка. И вместо лапок веревочки. Вторая игрушка. Вот такой вот ослик. У него тоже очень красиво сделана мордочка. Он также шуршит. И не пищит. И вместо лапок также сделаны веревочки. Каждая игрушка стоила по 2,50. Потом в магазине Пепка появился вот такой вот набор мешочков, чтобы убирать за собачкой. Здесь 8 рулонов и написано, что в одном рулоне 20 мешочков. Всего 160 мешочков и получается довольно выгодная цена, так как цена одного мешочка 1 цент. Это новинка в Пепке. В прошлом году продавали небольшие упаковочки. Там было 3 рулона и 54 мешочка. И еще я планировала своему племяннику на Хэллоуин подарить вот такой вот стакан. Стакан стоил 3 евро. Но про стакан я забыла. Я его просто сейчас отдам, когда он приедет. У стакана 3 режима, так как он светится. Вот такой вот есть. Такой и такой. Стакан с соломкой. Он раскручивается и вот сюда наливается вода. И еще есть инструкция. Также племяннику купили вот такие вот шары. Здесь 40 штук. И такие шарики стоили 1,5 евро. И также я себе на учебу купила вот такие вот штучки, чтобы складывать ручки, карандаши. Так как я в этом году очень много всего такого себе купила. Позже я заказала пеналы. И такие контейнеры стоили 1,80 евро. И также еще купила влажные салфетки, так как во всех магазинах подорожали, а в магазине Пепка они недорогие. Купила вот такие вот салфетки с ромашкой. Они стоили 40 центов и в наборе 15 штук. Потом вот такие вот с малинкой. Они, правда, запахом малины. Также в наборе 15 штук и стоили 40 центов. И еще вот такие вот с овечками. Также салфетки стоили 40 центов и в наборе 15 штук. Из одежды я купила в магазине Пепка 2 штанов. Хотя хотела купить костюм, как у меня был в прошлом году, бордовый или бежевый, чтобы ездить на лекции. Но в магазине были штаны серого цвета и кофты зеленого. Набор не собрался, поэтому я взяла 2 штанов, а потом кофту поищу в других магазинах Пепка.
штаны серого цвета, и они немножко цвета различаются. Один, вот эти вот штаны посветлее, штаны с карманами, и стоили 9 евро. Эти штаны также с карманами, они потемнее и также стоили 9 евро. Возможно, я потом куплю костюм или где-то в другом магазине Пепка куплю кофту к этим штанам. Вот такие вот штаны я себе выбрала. Сейчас я в примерочной примеряю. Штаны я покупала в начале осени, когда на улице было еще жарко. В магазине Пепки купила вот такую вот себе куртку на зиму. Куртка с капюшоном. На кнопках и замке есть два кармана на кнопках с одной стороны и с другой. Внутри вот такая вот подкладка, мех. Куртка недутая будет на теплую зиму, на сильные холода не подойдет. Такая куртка стоила 25 евро. Я выбирала из двух курток, из зеленой и черной. Черная мне больше понравилась, поэтому я купила черную. У куртки длинные рукава. Это очень хорошо. Если не будет холодной зимы, можно перчатки не носить. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас, Ваня, очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.